Какие идеи на сегодня? Здравствуйте! Сегодня 25 января 2023 года. И я люблю спать. Пара евро-доллар. Так как на графике сейчас пологий тренд, рассматривать будут часовой график. Цена прогулялась до уровня 1.835, что является средней ценой предыдущего диапазона. Пока этот уровень не будет пробит, валютная пара сохраняет для меня бычье настроение. Уровень 1186. Скоро, скоро мы тебя достигнем. Фунт – доллар. На графике образовалась двойная вершина. Чтобы лучше понять, что происходит, перейдем на часовой график. После падения цена встретила сопротивление у подножия двойной вершины. Моя интуиция говорит мне, что подобное дуговое движение, скорее всего, продолжится падением цены. И уровень B1-2250 будет достигнут уже сегодня. А вот уже реакция на него подскажет, задержится ли цена в боковом движении у подножия, или уровень будет пробит, и мы увидим значение в 1.2200. Немного рефлексии. Пара евро-фунт. График этой пары я в последний раз рассматривал в начале месяца, а зря. Если помните, я тогда говорил, что уже очень долго на графике можно наблюдать свечи с длинными тенями, и скорее всего мы увидим ложный пробой, после которого цена резко уйдет вниз. Так и произошло, только все это я пропустил. Сейчас же цена уже вернулась к предыдущим значениям, пока я занимался другими графиками. Если тенденция движения цен евро-доллар и фунт-доллар сохранятся, мы, возможно, увидим формирование новой вершины, прежде чем цена снова уйдет вниз. Доллар – канадский доллар. Пара находится в ожидании сегодняшних новостей от Центрального банка Канады. На графике не было никакого движения с начала недели. Я лично ожидаю продолжения ужесточения денежно-кредитной политики и убедительных обоснований, почему так должно произойти. Канада пока еще, в принципе, как и весь остальной мир, не очень эффективно справляется с инфляцией. Тогда мы можем ожидать движения цены к уровню 1.3200-1.3000. Однако это не популярные меры. Если политика не изменится и банк толком ничего не скажет, движение цены для меня будет непредсказуемым. Я опять забуду об этой паре на долгое время. Австралийский доллар, иена. Быстрый взгляд на пару. После утренних новостей цена наконец-таки вырвалась за пределы восходящего треугольника. Но цена довольно-таки быстро вернулась обратно. И мое радостное настроение о том, что ура, наконец-таки цена ушла вверх, возможно продолжит свое движение, быстро наполнилось сомнениями. Сейчас вот это ретест, уровень сопротивления стал уровнем поддержки. Я весь день наблюдаю за этим графиком, что очень сильно тормозит выход обзора. Итак, мои идеи. Следим за уровнем 91.80, и если цена пробьет его сверху вниз, мы скорее всего увидим возвращение цены в восходящий треугольник. Если цена отскочит от уровня и вернется к дневному максимуму, можно наконец-таки попрощаться с этой формацией. На этом мой анализ окончен. Спасибо за внимание. Пока!